Ливень не помеха. Ни в летний зной, ни в дождик проливной не прекращается работа на главных стройплощадках района. В воскресенье Алексей Валов проинспектировал ход строительства школы в микрорайоне Солнечный и пристройки к школе в Медвежьих озерах. Значимость обоих социальных объектов для жителей трудно переоценить, поэтому они находятся на личном контроле не только главы района, но и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава регулярно информирует руководителя региона о ходе работ. В Солнечном они сейчас ведутся на стадии нулевого цикла. Количество специалистов на объекте увеличивается, темпы опережают график. На глазах подрастают стены школьного здания в Медвежьих озерах. Этот объект вызывал особое беспокойство властей. Напомним, строительство на несколько месяцев останавливалось, поскольку проектная документация не соответствовала рабочей. И субподрядчик не потянул дополнительные нагрузки. Пришел новый, который исправляет все недостатки в рабочем режиме. Поехали, увидел, что несмотря на непогоду, работа идет, люди принимают меры ответственности, и наш контроль, он дает нам шанс увидеть то, что там все процессы идут в полном порядке. Летние дорожные работы выходят на пиковый уровень. Улица Заречная вошла в план ремонта на этот год. На участке от Пролетарского проспекта до поворота на очистные сооружения предполагается полная замена асфальтового покрытия. Плюс будет сделан накопительный карман перед выездом на проспект, что, по мнению дорожников, должно уменьшить время ожидания на выезде с Заречной. Сейчас на участке ремонта срезают старый асфальт. Одновременно власти намерены усилить контроль за тяжелым грузовым транспортом, следующим в промзону. Поставим экологический пост на въезде в очистные сооружения и на карьер. И будем наводить там порядок, потому что везде надо наводить порядок. Ирина Микеда, телерадиокомпания «Щелково».